Всем привет! Меня зовут Мика. Давайте сегодня поговорим в этом видео о здоровье. Обо всех товарах с раздела здоровья корейского сайта Atomy. Витамины, биологически активные добавки к пище. Они имеют все сертификаты корейского Минздрава и GMP, что говорит о высоком качестве производства, о натуральном составе, который дает результат. Начнем с омеги-3 для взрослых. Она добывается в экологически чистых районах Аляски. Жирные кислоты, незаменимые для нашего организма, идут в таких маленьких капсулах, которые очень удобно принимать. Не оставляют после себя неприятного послевкусия. Вкуса рыбы нету. Удобно принимать. Далее, лютеин для глаз – это специальные витамины. Если вы чувствуете, что ухудшается зрение, если есть неприятные ощущения в глазах, жжение, боль, если проводите много времени за компьютером, пожалуйста, пейте наши витамины, которые улучшат ваше состояние, с витамином А и с комплексом ягод. Важно беречь нашу печень, потому что на 95% очищает наш организм от шлаков, от токсинов, именно наша печень. Здесь у нас расторопша, то же самое, что чертополох, и радиола. Такой комплекс восстанавливает клетки печени и также имеет в составе минералы и витамины. Также есть специальные витамины для женщин, королевская сафора. Посмотрите на упаковку. Сафора – это издревле известное растение, которое помогает справиться с женскими заболеваниями. Помогает для сердечно-сосудистой системы очень хороша, при варикозе, например, кости, то есть женское здоровье. Витамин С идет в таких саше, концентрированный витамин С из натуральных фруктов, овощей, манго, например, ананасы и другие. Саше очень приятно принимать, потому что кисло-сладкий вкус идет, можно как детям, так и взрослым для укрепления иммунитета. Пробиотики важны для укрепления иммунитета кишечника. Здесь 12 видов разных лактобактерий. Это очень большое количество, говорит о высоком качестве. Лактобактерии делают кишечную среду кислой, в которой погибают болезнетворные микроорганизмы. Мультивитамины, 14 видов витаминов, 9 видов минералов из фруктов и овощей разной цветовой категории. Они идут в маленьких капсулах, очень удобно принимать. Можно и детям, и взрослым. Принимаем с удовольствием сами. Отличные результаты, энергия, общее укрепляющее действие. А еще есть специальные витамины для мужчин. Сополь-мето, вот как на видео, это плоды ягод, известные своим свойством именно для мужского здоровья, простаты, предстательные железы, репродуктивной системы в целом, а также дают выносливость, укрепляют иммунитет, от облысения даже помогают. Вот. А звезда нашей компании, то, с чего все и началось, это хемохим. Три основных составляющих – это корни пиона, бороздоплотника, дудника. Хемо переводится как гемоглобин. Хим – это с корейского кровь, сила, а еще H – это гемопоэс, кроветворение, I – иммунитет, M – модулятор. Мощное средство. Бестселлер. Корейский красный женьшень – самый лучший, считается, 100%, идет в гранулах, и стики не подвержены оксидации, то есть здесь женьшень идет к вам свежий. Женьшень – это корейская панацея. Благодаря нему корейцы живут долго и всегда молодо выглядят. Жевательный кальций очень удобно принимать как взрослым, так и детям. Сладко-молочный вкус и умная формула. То есть здесь кальций с магнием и витамины D и K, что позволяет
кальцию полностью усвоится организму. Кальций у нас тоже бестселлер. А это у нас коктейль Balance Life для тех, кто хочет похудеть, или для тех, кто хочет набрать вес, а также для того, чтобы контролировать его. В составе соевый протеин высокого качества, 11 видов зерновых злаков и 4 вида овощей и зелени. Очень вкусный. Вам понравится заменять им приемы пищи без вреда для здоровья. Также у нас есть такая линейка шейки для похудения. То есть им тоже можно заменить прием пищи без вреда. То есть имеют в составе все витамины и минералы. Также для тех, кто хочет поддерживать вес, да, если не успеваете позавтракать, перекусить, почему бы не выпить такой коктейль? Вкусный, питательный. 4 цвета, 4 вкуса. Синий – это злаки, зеленый чай и две новинки – какао и кофе с молоком. Чай пуэр – это один из самых древних и элитных сортов китайского чая. Имеет свойства именно для похудения, потому что сжигает жировые отложения и снижает аппетит. Ну и также чай пуэр известен своими лечебными свойствами, очищает организм от шлаков, токсинов, улучшает сон и другие свойства. Файнзайм еще один продукт, который прямо разлетается, быстро его раскупают. С экстрактом ананаса для похудения. Что делает экстракт ананаса? Сжигает жировые отложения в составе бромелайн. Это бромелайн здесь больше, чем даже в самом ананасе. Также энзимы, ферменты в составе, которые сжигают углеводы, белки, то есть вместе дают такой крутой эффект для тех, кто хочет именно похудеть. Без вреда для организма, именно в щадящем режиме. Турмацин – это новинка 2019 года, весной он вышел, и уже является любимым продуктом для суставов. А здесь у нас два вида активных компонентов – это TMC, куркума и MSM – органическая сера. Вместе они дают такой эффект противовоспалительный, при артрите очень хорошо укрепляют иммунитет и омолаживают наш организм. Спирулина, самая древнейшая водоросль, выращивается на Гавайях, добывается, и имеет ряд полезных свойств. Тут 2000 видов минералов, витаминов, бета-каротин, белки. Очень полезно как для мужчин, так и для женщин, и для детей, для беременных, потому что здесь фолиевая кислота усваивается лучше, чем препараты из аптеки. Желе из женьшеня – это новиночка, новинка лета 2019 года. Имеет горько-сладкий вкус. То есть не сладкий десертик, это такой с горечью, но потому что сам женьшень, натуральный красный женьшень, он имеет такой горький вкус. И это нормально, это классно. То есть чем женьшень хорош, он дает энергию, укрепляет иммунитет, улучшает память, кровообращение. А также есть желе специально для женщин. Уже это желе имеет невероятный вкус. Здесь не только гранат, здесь и манго, ананас, клубника и другие. Желе из граната – это чистый коллаген, то есть для кожи это очень классный препарат, именно изнутри дает ей светиться и оставаться молодой, а также имеет доказанные исследованием результаты для женщин при менопаузе. Гинка и ната для кровообращения для головного мозга. Гинка билоба – это вот зеленые листики лечебного растения, а ната – это сброженные соевые бобы. Вместе они улучшают кровообращение, улучшают слух, зрение, обоняние, улучшают память, концентрацию внимания вот студентам во время экзаменов или людям в возрасте.
Если вы подвержены стрессу, попробуйте наш продукт. Прополис спрей, 3 флакона в коробочке идет, выращивается на экологически чистых районах Бразилии, леса Бразилии, специальные пчелы собирают этот прополис мед. Что он делается, когда вы его брызгаете в слизистую горло, то обеззараживающие эффекты, то есть во время вирусных инфекций, во время как профилактика, так и для лечения. Можно и детям, и взрослым. В общественных местах очень удобно, освежает дыхание. Для детей у нас есть специальные витаминки, детская омега-3 в таких капсулках, рыбках. Имеет кисло-сладкий вкус. Деткам очень нравится их принимать, и вам не нужно за ними бегать, предлагать, они сами будут вам напоминать. Омега детская очень... Омега-3 очень важна для детских организмов особенно, потому что они растут, и для нервной системы, и для сердечно-сосудистой системы очень полезна, для головного мозга и иммунитета. И еще одна новинка на корейском сайте – это мультивитамины Гами, мармеладки со вкусом манго, без содержания сахара, без сиропа. Здесь у нас 10 видов мини-витаминов, 2 минерала, самые-самые важные, выбрали для растущих детских организмов, а также в составе олигосахариды. Это самый важный компонент в грудном молоке, который защищает иммунитет наших деток от... защищает организм наших деток от внешней среды, внешних болезнетворных факторов. Посмотрите на картинку, вот такие вот детки довольные, счастливые, будут просить вас дать им такие мармеладки. Здесь вам нужно быть аккуратным и прятать коробочку подальше, потому что ребенок, если найдет, доберется, то захочет съесть все за раз, а это чревато тем, что вам придется покупать еще коробку. Поэтому берегитесь своих деток, берегите себя, будьте всегда здоровыми вместе с Атами. Пока-пока!